Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приглашаем вас в ювелирный центр Moda Jewelry. Все координаты этого магазина находятся в описании к этому видео. Ювелирный центр Moda Jewelry был открыт в 1987 году, и в то время у них было небольшое помещение 25 квадратных метров в центре Алани. А в это красивое и большое здание они переехали уже в 2004 году. В ювелирном центре Moda Jewelry вы можете найти ювелирные украшения как из золота, серебра, а также из других металлов, ну и, конечно же, часы от эконом-класса до люксовых марок. Дорогие друзья, давайте пройдем в этот ювелирный центр, посмотрим цены, ассортимент, марки, ну и, конечно же, познакомимся с ребятами, которые здесь работают. Добро пожаловать в наш ювелирный центр! И сейчас я хочу представить наш дружный коллектив. Мы больше 10 лет работаем вместе, мы очень слаженно работаем, надо сказать, под руководством нашего генерального директора Умербе. Весь наш персонал разговаривает на нескольких языках, поэтому мы без проблем находим общий язык с нашими гостями, неважно из какого уголка земли он к нам приехал. Такие мировые бренды очень известны уже и в странах СНГ, и в странах Европы, с которыми мы непосредственно работаем. Это Роберт Фрау. Великолепные коллекции, скажем так, которые могут удовлетворить самые изысканные вкусы наших гостей. Это, конечно же, изделия бренда Storks с наилучшим качеством бриллиантов. 750-й пробы изделия исключительно, они работают с этим. Это же Asos и Челусия, это уже эксклюзивные и рассчитанные на более изысканный тоже вкус покупателей. Из таких часов, как эконом-класса, это Tissot, мы можем представить. Также фэшн-часы, как мы их называем, то есть это аксессуарные, с очень интересными дизайном, швейцарские, это Кельвин Клайн. И далее из престижного класса, это же, конечно, Hublot. Мы работаем напрямую со Швейцарией, то есть без посредников и дистрибьюторства. И наша фирма является единственным представителем на Анталийском рынке официально. Из семи самых продаваемых в мире марок часов, 4 представлены в нашем ювелирном центре. Я их перечислю. Это самые известные, которые входят в пятерку самых продаваемых в мире, это Tissot. Швейцарская марка, основана еще в 1853 году. С автоподзаводом вы можете видеть сапфировое стекло, которое вы можете поцарапать исключительно сапфиром, либо же бриллиантом, то есть такой же плотности минерала. Все они водонепроницаемые. Кожаный ремень из натуральной кожи, плюс гипоаллергенное покрытие для тех, кто балеты носит с кожаной подушкой. Это T-Touch модели, которые работают от солнечной батареи. То же самое. Здесь сапфировые стекла, очень много функций, которые пригодятся, когда вы путешествуете. То есть это для альпинистов, для тех, кто любит совершать походы на дикой природе, пожалуйста. Очень легкий металл из титана, то есть они не ощущаются на руке. И плюс еще запас хода у них очень большой, так как они заряжаются от солнечной энергии. И да, создано специально для любителей, кто занимается дайвингом. Специальный механизм, который выдерживает высокие атмосферы. Погружаться можно максимально до 300 метров. То же самое здесь.
сапфировое стекло, высокого качества сталь. Механизм полностью защищен от проникновения влаги. Не то, что воды, но и полностью влаги. Закручивается здесь по типу пробки. То есть здесь уже точно герметично весь закрыт механизм. Дамы могут приобрести уже с бриллиантиками внутри циферблата от $300 начинаются цены. Плюс наши покупатели получают tax-free, это НДС, который возвращается наличкой сразу же, не на карты. Сейчас все усовершенствовался, этот процесс получения tax-free. Все можно получить при вылете в аэропорту. Угу. Итак, данная витрина у нас посвящена самым знаменитым мировым брендам часов класса люкс и престиж. Это Tag-Heuer, Hublot и Radom. Заострим ваше внимание на марке Hublot. На данный момент компания Hublot является официальным спонсором FIFA чемпионата по футболу и премьер-лиги. Что здесь нужно отметить? Часы класса люкс. Соответственно, исключительно используют свои запатентованные материалы. Постоянно прогрессирующая компания, которая постоянно тестирует свои материалы, из которых создается корпус часов, и, соответственно, самый, наверное, точный механизм, который используется. Одна из, скажем так, марок по соседству, это Tag-Heuer. Они знамениты как спонсор, в данное время спонсор всех автогонок. Есть даже у них такие модели, которые носят название Монте-Карло. Специально разработаны и вдохновлены были дизайнеры этой компании прошедшими автогонками Формулы-1. И еще один бренд, всемирно известный, это Radom. Здесь вы можете видеть их самые узнаваемые модели, по которым определяют, являются, скажем так, лицом этого бренда. Это классические часы, корпус которых сделан из стали, керамики. Используются, конечно же, в часах престиж класса сапфировые стекла и швейцарский механизм. Одним из самых, наверное, популярных моделей, как женских, так и мужских, последних годов этой модели, скелетон называется, то есть где вы можете видеть работу часового механизма. Мы сейчас их можем завести, так как это часы механические. Это кто предпочитает качество, классику, ну и что-то новое. И, наверное, одни из самых популярных моделей, исполненные в классическом стиле, это и в цвете синим. Сейчас это очень актуально. Почти все марки используют данный цвет. С удовольствием и с большой гордостью я хочу представить основателя и генерального директора нашего ювелирного центра, это Умер Бей. Профессионал своего дела и, конечно же, почитатель часов. Лучше него здесь не знает про часы никто, так как он и сам их является владельцем. Причем не одних. Итак, сейчас на запястье Умер Бей вы видите Radom. Синие. Наверное, один из самых актуальных оттенков этого лета именно для мужчин. Причем не один бренд использует этот цвет. Это всегда выглядит очень солидно, актуально. Да, Hublot, да. И также часы швейцарские Hublot класса люкс. С использованием новейших технологий, новейших запатентованных материалов, точнейшего швейцарского механизма. Ну и, конечно же, это одна из самых знаменитых марок в часовой промышленности. Скажем так, даже уже и Rolex уходит на второй план по сравнению с Hublot. Итак, одни из самых продаваемых, популярных среди наших гостей – это часы, название которых носит Big Ben, это их корпус в классическом исполнении. Также хочу представить вот эту данную модель тоже. Это керамика, каучук. Ну, соответственно, в часах класса люкс используется сапфир. Это вот эта часть верхняя. И, наверное, в этом сезоне, это как раз из коллекции 2019-го,
года, как вы видите. Ocean Blue называется этот цвет. В сочетании с керамическим браслетом это выглядит очень актуально, наиболее модно. И, конечно же, мы не оставим без внимания наших дам, которые тоже могут выбрать часы класса люкс. Конечно же, с бриллиантами. И в самом актуальном оттенке Ocean Blue этого сезона. Что касается часов и их диапазон цен, часы класса люкс, начинается от 6000 евро и выше, все в зависимости от исполнения, в каком материале, потому что есть часы, корпус которых исполнен в 750-й проб золота. И, соответственно, не забываем, что здесь это более выгодные цены, так получают наши покупатели таксфри за любые часы швейцарские. Роберто Браво, наш несменный партнер, мы несколько лет уже являемся их официальными представителями здесь, и я хочу сказать, что мы всегда следим за новинками и стараемся привести для наших гостей самое-самое-самое новое из их коллекции, но сейчас мы стоим напротив витрин, где представлены одни из самых популярных, все еще на пике продаж они, данные модели. Это White Dreams, белые мечты. Почитателей меньше не становится из года в год, а только больше. Это Black Magic, черная магия, где использованы черный агат, тоник с эмаль, причем покрытие эмалью – это запатентованный процесс именно Роберто Браво. Больше из марок никто это не повторяет. Угу. Одна из самых первых коллекций Роберто Браво, конечно, которая принесла мировой успех этому бренду – это Ноев ковчег. Я покажу вам несколько изделий из этой коллекции. Вот так Роберто Браво заявили о себе в мире ювелирного производства. Это полностью ручная работа идет, использовано покрытие горячей эмалью, процесс, как я сказала, запатентованный, используются полудрагоценные камни натурального происхождения и, конечно же, бриллианты. Следующая их коллекция, которая до сих пор очень популярна, это королевские бабочки. И хочу отметить, что Роберто Браво, выпуская из года в год какие-то новинки, всегда сопровождает определенной, скажем так, предыстории каждую коллекцию. Еще одна очень популярная – это коллекция морская. Актуальна на Средиземноморском побережье, скажем так. Да, это подводный мир, но уже в исполнении ювелиров. И одно из самых, наверное, изысканных украшений из последней коллекции Роберто Браво, сделанное вручную из тончайших золотых нитей. Вы можете это носить как так на руке. Если это под вечернее платье, вы можете немножко трансформировать внешний вид браслета, сделав вот такие легкие движения. Thank you.
На данной витрине еще один всемирно известный мировой бренд, это Джилоси. Данный бренд, я бы сказала, все-таки характеризуется уникальной огранкой полудрагоценных камней, так как они это делают, не делает никто. Я хотела бы вам представить несколько изделий из новой коллекции. Почти все знаменитые марки используют в этом году уже несколько цветов золота. Ломают стереотипы, скажем так. Полностью ручная работа. Вот такие вот изделия, чтобы украсить какие-то выходы, скажем так, в свет. Но есть у них и украшения более адаптированные к повседневной жизни. Несколько новых работ я хотела бы тоже представить. Это все золото. Это браслеты на руку с золотой пружиной. Наверное, самое любимое у всех женщин, лучшие друзья девушек, это, конечно же, бриллианты и драгоценные камни. И здесь я хотела бы представить вам такой бренд, как Storks. Турецкий бренд, но всемирно известный, очень много экспортирует своих изделий. Изделия исключительно в исполнении 750-й пробы, то есть высокой пробы золота и очень высокого, выше среднего, скажем так, качество бриллианта и камни. Что касается огранки, чистоты и цвета бриллиантов, здесь сертификаты именно этой фирмы с баркодами, которые вы можете подтвердить в любой стране мира. Итак, на данный момент в этом году набирает популярность огранка багет. То есть привычные круглые бриллианты, скажем так, уже не удивляют никого, поэтому можно что-то новое. И дальше кольца из титана с золотом и белыми бриллиантами. Это тоже новинка этого года. То есть, как правило, чтобы удивить своих покупателей, производитель старается сделать некую коллаборацию нескольких металлов, которые в прошлом практически никто не пытался совместить в одном изделии. Также очень у них яркая и по-летнему яркая молодежная коллекция с популярными марками обуви и аксессуаров. Тоже все с небольшими бриллиантами и 750-й пробе. Классика жанра обязательно, потому что это всегда будет популярно и через десятки лет. Это изумруды с бриллиантами. Белое, лимонное золото. Здесь уже все на любителя, скажем так. И еще одна модель. Покажу ее в белом золоте. Это кольца, которые могут трансформироваться. Сейчас это очень популярно, потому что женщины любят, чтобы одно украшение превращалось в несколько. То есть вы можете носить как классику с одним камнем. Если что-то нужно поярче или более вечерний вариант, из этого кольца можно сделать уже легким движением, скажем так, руки. Вот такое шикарное кольцо. Thank you.
Для любителей, кто любит все-таки побольше на себе золото носить, более яркий стиль предпочитает, конечно же, это изделие марки Asus. Здесь по цвету золота, как правило, они делают любое. Причем каждую модель можно исполнить в том цвете, который вы хотели. Я хотела бы вам показать браслеты из коллекции лета 2019. Это желтое золото, шоколад и розовое золото. Данное украшение, конечно же, предназначено для дам с изысканным вкусом. Не могу сказать, что это на каждый день можно использовать, но некоторые модели подходят для этого. Если вы хотите какую-то классику, но с изюминкой тоже подобрать, это все-таки будет стиль бренда Asus. Ольга, расскажите, пожалуйста, про диапазон цен в вашем магазине, потому что, как мы увидели сейчас из того, что вы нам показали, у вас есть и очень дорогие дизайнерские вещи, и прям вот очень-очень повседневные украшения. Доступные. Да, доступные украшения. Так. Поэтому, естественно, всех интересуют цены. Какой диапазон цен в вашем магазине? Потому что, друзья, вы всегда хотите знать цены на то или иное изделие, но в магазине мода Jewelry очень большой выбор украшений. И цены на все украшения мы не можем показать, да? Поэтому, Ольга, расскажите, конечно, вот диапазон цен. Наименований очень много, да, но я скажу так, политика все-таки нашего ювелирного центра – это предоставить выбор как, скажем так, по цене, так и по дизайну. Поэтому изделия в нашем ювелирном центре вы можете найти, как начиная из золота, я хочу сказать, начиная где-то от 30-50 долларов и заканчивая эксклюзивными вещами на заказ, скажем так, какими-то уже колье с драгоценными камнями до 100 тысяч. Если на часы оформляется такси обязательно. То есть это право каждого покупателя получить НДС обратно. И каким образом это действует? Вот тоже был вопрос по поводу того, как это действует в аэропорту в Анталии. То есть вы здесь оформляете такс-фри, и человек в аэропорту приходит на стойку такс-фри, и ему возвращают. На данный момент это занимает, некоторые боятся очередей, я не успею и так далее. Процедура на самом деле 5-7 минут максимально занимает, так как у вас готов уже документ, это бухгалтерия оформляет, как правило. Есть уже несколько офисов в аэропорту, их 3, где работают люди круглосуточно, неважно, во сколько вылет у наших гостей будет. То есть это может быть и ночью, и рано утром. Да, то есть они подходят в этот офис к стоечке, показывают часы, сертификат и дают данный документ на оформление такси. И сразу же получают наличкой. То есть раньше это все на карту занимало время, переживания были какие-то. Все очень просто. Уже процесс, скажем так, оптимизируем. До 5, максимум 7 минут, это если несколько часов. И, конечно же, для любителей изделий из серебра, у нас есть здесь целый зал, где можно тоже увидеть очень много изделий из серебра и с разными полудрагоценными, поделочными камнями. Сейчас мы стоим напротив витрины, где вы видите, наверное, самый знаменитый сейчас камень в Турции. Про него уже, наверное, не осталось ни одного человека, который не знает. Это камень, который меняет свой цвет в зависимости от освещения. Конечно же, он побивает все рекорды продаж и очень популярен среди наших гостей. Изделия здесь представлены как в классическом стиле, то есть, конечно же, возвращается все это к Османской империи, стиль более восточный. Но есть также изделия, которые можно носить каждый день. Они очень комфортны, не столь яркие, скажем так. Здесь тоже есть несколько витрин, я вам сейчас покажу украшения вот такого плана. То есть можно, как я и сказала, и на каждый день подобрать украшение, можно что-то более экстравагантное. Также разные производители у нас представлены для тех, кто ценит больше эксклюзивные какие-то вещи, уникальные. Также Роберто Браво, их изделия в серебре. Причем серебро, оно радированное, которое не окисляется, когда вы его носите. И вещи все тоже из наиболее популярных их коллекций. Нойфков, Чех, королевские бабочки. То есть то, что по каким-то причинам недоступно в золоте, можно все эти коллекции приобрести в серебре. Причем это все тоже очень высоком качестве работы, исполнения. То есть здесь изделие сомелье.
Есть и черненое серебро для любителей вот такого плана. Есть витражные изделия. Эта техника называется витражная. То есть, как вы видите, они очень легкие и изящные, эти украшения. И на данной витрине здесь представлена марка Барака, итальянская марка, появившаяся еще в 60-х годах, но уже довольно-таки популярна по всему миру. Но хочу отметить, что эти украшения исключительно для мужчин, и это ювелирные изделия высокого сегмента. Здесь используются самые инновационные материалы, золото 750-й пробы, чистейшие бриллианты, ну и, конечно же, уникальный дизайн. Я покажу несколько наиболее популярных изделий. Например, вот такая цепочка, выполнена из черного оникса, красное золото 750-й пробы. Далее очень актуальны вот такого плана браслеты, которые можно носить с часами. Также здесь титан, золото. Их фирменная застежка. Сейчас я более детально можем рассмотреть. Как вы видите, специальная. Очень надежная, потому что мужчины не так аккуратно носят украшения, нежели женщины. Поэтому дизайнеры это учитывают. Если говорить о ценах, как понимаете, уникальные изделия, практически все в единичном экземпляре, то есть какая-то идет серия, и общие есть детали, но все равно, допустим, каждый браслет, он отличается от следующего. И по ценам идет в евро, так как это произведено в Италии, мы не меняем валюту, в которой поступают изделия в наш магазин. Поэтому где-то старт, скажем так, диапазон цен от 800 евро и выше, в зависимости, конечно, от изделия. То есть, если это кольцо или это будут кулоны мужские, конечно, будет немножко подешевле. И теперь, Анастасия, хотелось бы уделить немного больше внимания бриллиантам. Это, наверное, самое драгоценное, что есть в нашем ювелирном центре. Во-первых, хочу отметить, немножко просветить наших гостей, будущих и настоящих. Вот у меня сейчас в руках два сертификата, то есть два документа, которые вы видите. Немножко о них, что они означают. В мире сейчас на данный момент существует несколько систем строгой оценки качества бриллиантов. И вот одни из них – это Гемологический институт Америки, GA, аббревиатура их. И европейский аналог – это HRD. Это было создано в 1973 году. Аналогичный институт, который очень строго контролирует практически половину бриллиантов всего мира. То есть их оценку строгую. Каждый из них обладает своей лабораторией с новейшими технологиями. Но отмечу, что, допустим, вот институт американского сертификата, они очень строго отслеживают пропорции, полировку бриллиантов и высокую частоту и цвет. И здесь вы можете увидеть разные огранки бриллианты. Это принцесса, изумрудная огранка, груша, ну или иногда капли называют. Ну и наиболее знаменитый – это круглый бриллиант. Все эти камни сертифицированы. И опираясь на эту таблицу, мы всегда можем с легкостью объяснить нашим гостям, как же формируется цена изделия с бриллиантами, либо же отдельного камня. Основные характеристики бриллианта, согласно которым уже получается цена, это огранка, это цвет, это частота и его вес. Как известно, вес бриллиантов измеряется в такой единице, как карат. Здесь же тоже представлены несколько форм огранки, но мы всегда можем показать эти камни уже наглядно, которые продаются у нас отдельно. Ольга, большое вам спасибо за подробный обзор продукции, которая представлена в вашем магазине, за рассказ о различных марках, как для мужчин, так и для женщин. И особенное спасибо за рассказ о бриллиантах. Ольга, вы работаете в этом магазине с момента его основания, правильно? Да, мы раньше были очень маленьким магазином в самом центре Алания, но это теперь уже наше помещение, мы будем расширяться еще. И это больше 10 лет вы больше, здесь? Больше 10 лет вы здесь работаете. Всей командой, кого мы здесь сегодня встретили. Поэтому, дорогие друзья,
Ольга, приглашайте всех в ваш магазин. Да, и, конечно же, расскажите о том, есть ли у вас пикап-сервис, и могут ли люди по WhatsApp заказать трансфер в ваш ювелирный центр. Да, мы такую услугу нашим клиентам всегда оказываем с любого отеля, где вы не отдыхали, я имею в виду Ладинское побережье. Можно заказать бесплатно трансфер. Это будет, если большая семья, у нас есть микроавтобус, чтобы они с комфортом доехали в наш магазин. Телефоны все работают, есть и WhatsApp, есть Viber. По-турецки, по-английски отвечают. То есть у нас интернациональная команда, поэтому можно из других стран, если наши клиенты, пожалуйста, это всегда возможно. Часы работы наши в сезон неизвестны. Это с утра и до утра, 24 часа, да. Да, поэтому в описании к этому видео я оставлю все контакты и, конечно же, номер WhatsApp, по которому вы сможете вызвать трансфер. Ну и последнее, что мы хотим вам показать, это мастерская, которая у вас есть да, в магазине. Это еще очень удобная услуга для наших гостей, потому что, будучи у себя там на родине в магазинах, ну, нет такого, чтобы мастер был сразу же при магазине. Причем у нас здесь три мастера, у каждого отдельная узкая, скажем так, направленность работы, то есть это молодой человек, уже отмет мастер, кто вставляет камни драгоценные, потому что это отдельная профессия. Это не так все просто делается. Это мастер, который делает продаж, полировку, матирование изделия, то есть если они хотят что-то... То есть весь комплекс, который весь. Только можно. Размеры кольца, пожалуйста. Вам понравилось одно кольцо, ну вот оно велико. 5 минут, чашка кофе турецкого вкуса. И вам подгонят все по вашему. И вам колечко. Да, и, конечно же, смогут сделать, вот я у вас узнавала, смогут сделать изделие по какому-то дизайну. То есть, да. Если у вас есть какой-то дизайн, вы хотите что-то оригинальное, индивидуальное, то вы можете принести либо фотографию, либо... В телефоне. Да. Как сейчас все. Да, и вам сделают в единичном экземпляре то, что вы хотите. Еще раз большое спасибо вам, Ольга, и, конечно же, приглашаем вас всех в Аланию, в Турцию и в ювелирный центр Moda Jewelry. Надеемся, что вам понравится и ассортимент, и цены, и да, вы, конечно же, подберете. Мы будем прилагать все наши усилия. Да. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. До свидания. До встречи.